Окуляри зараз без, але завжди на роботі з діловий одяг, грамотна мова. У кожного кар'єрського парня є своя крепка історія. П'ята ранг? Да, до кофе. Там, здається, якась історія з козацькими сенсами роду. Бабуся – це сказки. Пішли шляхом промисловості. Работав обычным слесарем в кар'єрі. Заслужений працівник промисловості України. Где-то формула. Точка G, говорите, як політик. 80% ответственности, 20% полномочий і 20% денег. Багатодітний батько. 2-3 шахматні доски у нас ставимо. Папа такой сеанс одновременной игры. Если бы у нас тут, ну я не знаю, где стоял рояль у кущах. Это рок-н-ролл, безусловно, да. Кава, напій міцний, може мати різні відтінки. Хтось любить з цукром, хтось балансує з водою. Є такі, хто додає кардамон чи навіть перець. Пане Євгене, запрошую вас на телевізійну каву. Думаю, що тут буде місце і приємним речам, і, можливо, достатньо гострим. Ви, до слова, яку каву? Я обычно очень рано встаю, обычно в 5 утра, и кофе – это мой напиток. Люблю себе готовить кофе сам. Что важно понимать, кофе – это же не только качество зерен. Да? Кофе – это, прежде всего, компания, обстановка. Ритуал. Да. Вот. Кофе – это мой напиток. Окуляри зараз без, але завжди на роботі з діловий одяг, грамотна мова. Дорослий ваш образ, ну, такого типового розумника у дитинстві. Башкетником були чи більше ботаном, як ми колись говорили в юності? Ну, я хорошо учився, я окончив звичайну сільську школу. Сільську не в Кривому Розі? В Якуті. Угу. От, так що учився хорошо. Но це куди пішки мої... снігами йдуть. Да, да, да. Мої однокласники к моєму уровню стремлення к знаниям относились нормально, наверное, с оглядкой на мої спортивні успіхи. Немножко. У каждого кар'єрського парня є своя крепка історія. Особенно вот тех, кто родом из 90-х. Да, мы очень хорошо помним, что это был такой сложный период. И сейчас ничего сильно не изменилось. Есть моменты, когда нужно отстоять, доказать и крепость характера, а иногда даже крепость рук. У вас достатньо рідкісне для нашого регіону прізвище. Напевне, що є у нього своя історія. В Ізраїлі, приміром, це красивий і гордий птах, національний символ. В Україні інші корені. Там, здається, якась історія з козацькими сенсами роду. Взагалі, на посохі царя Соломона було зображено удод. Це, к слову, по вашій фразі. Мій род уходить глибоко корнями в козацьку історію. Мої діди-прадіди по папиній лінії всі родом із сільського Покровського району, це на востокі Дніпропетровської області. Є там таке село Новониколаївка, і там діди, прадіди, всі оттуда. Це старий козацький край, і я являюсь наслідником і потомком славного... Ну, цікавились, так? Да, славного козацького роду. Да. Ну, для мене історія – це завжди була как бы, частью мене, тому що кожен чоловік, який знає, хто він, які у нього корні, этот человек всегда более грамотный, более успешный, потому что невозможно быть оторванным от корней. Вот, поэтому я всегда этим интересовался, всегда стремился понять, кто я, откуда я, кто мои предки, почему так получилось. Дедусь и бабуся, они переехали из Новониколаевки в Кривой Рог после войны, а во время войны дедусь был угнан в плен в Чехословакию и работал на каменоломнях в городе Мост. Мы с ним очень много это обсуждали, и ему эти беседы очень нравились, но видно было, сколько... Важко было. Да. После войны, когда наши пришли, освободили дедуся и бабусю, бабуся была в Австрии в плену. Вот. Они вернулись в Покровский район, в Новониколаевку, поженились. Вот. Потом приехали в Кривой Рог на восстановление города. Дедусь работал на восстановление Криворожстали тогда, потом работал на КДЗ, на карачунах, экскаваторщикам, на гран-кар'єрі. Так що так потім родилась моя тетя, мой папа, ну і там. Так завжди виходить у родинах, що батьки виховують дітей, а бабусі і дідусі більше люблять, більше пестять. Як у вас було, більше суворе виховання чи більш теплі вже з найстаршими у родині стосунки? Папа, мама – це
всегда более требовательный взгляд, конечно. То есть родители – это всегда позиция наставников. Вот. А дедушка, бабушка, дедусь, бабуся – это всегда такие теплые воспоминания. Дедусь – это всегда задушевный разговор. Это такая, знаете, как мудрость рода, да, вот он рассказывает, знаете, очень много знал историй различных. А бабуся это сказки. Поэтому, да, конечно, я с большой теплотой вспоминаю. Якщо перегорнути сторінку дитинства після школи у Кривому Розі, я знаю, що ви пішли у політех. Які спогади про ті часи у технікумі, про тодішні цілі, тодішнього себе? Ну, это самое буремне студентське життя. Самый такой романтический период, да, это 14-18 лет, это только становление личности. Непростой период, мы застали тогда и распад Советского Союза, и это все бурление различное на национальном уровне, это масса эмоций и так далее. С другой стороны, это уникальный период, когда расцвет творчества групп, на которых мы выросли, это кино, это Алиса, это Чайф. Мы, кстати, в одной группе учились с Константином Павловым. И познакомились, кстати, с ним вот на теме творчества группы кино. Обменивались альбомами. Да, меня как раз... Кассеты тогда были, да? Да, кассеты. Меня как раз вот Костя в то время и присадил на группу кино, в хорошем смысле, да. Дивилися на вибухи, бо він нам закавою розповідав, що такі були дозвілля таке своєрідне. Сам технікум почти на границі кар'єри. Видно, как происходят взрывы. Вот. Поэтому у нас история связи с промышленностью, с тяжелой индустрией, с ГМК, в общем-то, с детства, с юности. Напевно, то часы и когда зароджується справжня дружба, бо рідко, коли ми знаходимо друзів вже там, я не знаю, у віці після 40, так, більше з дитинства, з юності, с Костею Павловым. Далі пішли і по життю друзями. Да, мы познакомились в 1988 году. Вот, учились в одной группе. То у кого списывал? По очереди, по-разному бывало. Дружно, так? Дружно, да. Делали вместе и курсовые, и дипломные работы. Дружили, много говорили. Костя интересный собеседник был, к сожалению. Много говорили о нашем будущем, о будущем города, о будущем страны. Вот, рассуждали. Ну, как бы вот так, и что-то тогда мы запрограммировали, да, вот, и вместе шли по жизни, вот, до последнего дня. Згодом були часи вже, ну, іншого левела студентства, КНУ, спеціальність гірничий інженер, достатньо типова для Кривбасу, для нашого промислового регіону, але у нас чимало людей завершують, закидають той диплом і забувають, йдуть, я не знаю, там у бізнес, ще кудись. Ви ж пішли шляхом промисловості, тісно пов'язали життя, працювали де? У шахті, у кар'єрі. Знаю, що у вас є позначка електрослюсар. Що це було? Які перші були, скажімо так? У мене не було проблем з вибором спеціальності. У мене отец був завжди енергетиком, головним інженером, головним механіком, тому у меня как бы все понятно было с точки зрения профессиональности. Я после техникума пошел в Криворожский технический на тот момент университет, кафедра электротехники, естественно. И могу сказать, что во многом, конечно, вот отец и послужил что-то толчком и к выбору профессии. Работал обычным слесарем в карьере ДНК ГОКе почти 4 года. Замечательный период. Я считаю, что у каждого мужчины должна быть рабочая специальность. То есть я, в принципе, сейчас могу при необходимости вернуться в карьеру. Я знаю, как это все работает. Нет, ничего не забыл. Вот. Память хорошая, правда. Да, и это на самом деле очень важно. Помнить, знать, откуда ты, как это все зарабатывается, сколько в этом всем труда. Згодом у вашій трудовій з'явилися записи про роботу чи не на всіх криворізьких ГЗК, комбінатах. Ви на Південному займалися збутом, на Центральному маркетингу, вже така більш новий напрямок, були виконавчим директором. Згодом взагалі керували, були генеральним директором Північного флагману промисловості України і Інгулецького комбінату. Промисловість для вас – це
Цікаво, це складно, це масштабно. Заслужений працівник промисловості України. Це високе відзнання. Вообще предприятие горно-металлургического комплекса – это, по сути, полувоенная структура. Это всегда ответственность, это всегда дисциплина. Это армейский всегда, такой, так? Там армейский житель. Порядок, да. Ну и мой характер оттуда. Огромное количество человеческих усилий, огромного количества людей. Вот. И вот, вот то, что мы видим, как бы вот за внешней простотой, вот, за этими цифрами всегда стоят живые люди. Каждый со своим характером, со своими нюансами. И вообще человек проявляется на производстве. Если ты спокойный, ответственный, вот, то ты в коллективе приживаешься, тебя начинают уважать, ты сам себя начинаешь уважать. Вот. А люди, которые поверхностные, такие... Чимало є, напевне, на виробництві випробувань, так, або днів, коли розкривається людина, як працівник, як керівник. Да, производство, в первую очередь, это ответственность, это способность взять ответственность на себя, способность решить задачу. То есть ты один на один с проблемой, и необходимо справляться, находить решение. Вот. Поэтому вот мой характер оттуда, и я очень горжусь, что работал в этих замечательных коллективах. Так сталося, що ви працювали як на крайній північній точці місця без окраїн, так, Кривого Рогу, так і на Інгульці, в Інгулецькому районі, в Інгулецькому комбінаті. Кажуть, що Кривий Ріг то такий, ну я не знаю, місто районів, так, місто характерів. І чи відрізняється менталітет, ну я не знаю, люди? Вообще у Кривого Рога огромный потенциал, как раз благодаря вот этому разнообразию. Люди везде разные, безусловно, но я могу сказать одну черту, которая всех объединяет. Вот, жители разных городов, обычно люди с настороженным взглядом. Машины, транспорт, движение, то всегда криворожан отличает спокойный взгляд. Открытый? Открытый, спокойный взгляд. Это вот, можно обратить внимание, многие говорят, там, криворожане не улыбчивые, там, как-то вот так, вот. Но это очень спорный вопрос, но то, что вот я обратил внимание, и мне кажется очень справедливым, это город ответственных людей со спокойным взглядом, с уверенным взглядом. Що на північному, що на південному, так? Да. Тоді були часи, коли компанії розвивали соціальну гуманітарну політику, активно були студентські масштаби, ну ще і ковіду, пандемії усяких не було, студентські, родинні, спортивні змагання, соціальна сфера таборів і всього іншого. Зараз компанії, ну є такий певний тенденція, не скажу тренд, але до оптимізації, фінанси. Часто співають романси, але певно цей баланс і компроміс між заробітками, фінансовою складовою і соціальною складовою був завжди. Як ви тоді тримали баланс? Бо чимало було інфраструктурних проєктів. Любое большое развитие і большие задачи, они все делаются сообща. І є такий термін «магический треугольник». Це баланс і взаємосвязь між бізнесом, між місцево-територіальною громадою, общиною і місцевою властю. Если этот треугольник сбалансирован, если власть ответственна, если община активная, вот у нас очень хорошо работает проект, который я, кстати, запустил в 2016 году, это общественный бюджет. Этот проект был направлен на повышение активности наших горожан. Вот сейчас вот больше 100 тысяч человек принимает участие в голосовании вот, за бюджеты. Это обычная технология. То есть город имеет потенциал, чтобы он был успешным, необходимо збалансувати. Коли люди стають активними, активно, да. Заради свого будинку. Там. Ядро успіху – це активна громада. Ну, не в смысле просто активна, там, вот, а ответственная громада, которая знает, что я живу здесь, это мой дом, это моя улица. Если что-то не так, я могу выйти, сказать, сделать замечание. То есть я готов взять ответственность за то место, где я живу. Вот. Мы это развиваем через вот проекты общественного бюджета. Вот. Также ответственная власть. И третий сегмент этого магического треугольника – это социально ответственный бизнес. Когда эти три элемента взаимосвязаны, сбалансированы, устойчивы, тогда город успешен. Говорите як політик, у 2006-му ви, можливо, так сказати, пішли в політику, стали депутатом обласної ради. Сьогодні 2021, якщо можна було б у житті своєму щось змінити,
пішли б іншим шляхом, не пішли б у політику? Є дуже багато важливих і складних питань, які для Кривого Рога можна лише вирішити тільки на обласному рівні. Є маса питань, які вирішуються тут, але є дуже серйозні питання, складні, які вирішуються рівнем вище. Для нас це обласний рівень. Ну і, к слову сказати, от, великі проєкти по ремонтам дорог, очистка русел рік – це область. Ну, это не только я, естественно. Это стратегичные там, такие, да? Да, это делал не я один, это делала вся наша команда депутатов областного совета. Вот. Нас, криворожан, вот, и мы этим занимаемся и сегодня, и вот те большие программы, которые сейчас идут вот, по ремонтам, это область, это областные деньги, результат работы большой команды наших криворожан, депутатів обласного совету. Але ви були на чолі обласної ради, ну така, почесна, одна з найвищих посад в області. Двічі вас обирали головою Асоціації органів місцевого самоврядування, тобто знаходили компроміси і точки дотику з мерами області. Ті часи більш, ну я не знаю, ритмічні, ніж посаду заступника міського голови на рівні області, чи? Тогда это был период, когда расширял свой кругозор, расширял опыт свой, и, ну, это просто другое. Я поступил и окончил Академию при президенте. Институт регионального управления, да? Да. Держфах, Держуправление? Да, госуправление, закончил, потом защитил диссертацию. Тема очень простая, это гармонизация вот, инструментов управления, то, чего не хватает да, сейчас государству, глобально сказать. Вот. Очень важный момент. Значит, меня всегда интересовало, почему некоторые страны, некоторые города более успешны. В чем причина, в чем секрет, где эта формула, в чем магия вообще вот, отдельных государств, отдельных городов. Все очень просто на самом деле. То есть, если есть баланс между деньгами, ответственностью и полномочиями, тогда территория, город, село успешны. Например, если у города 80% заработанных денег остается в городе, если 80% полномочий, то есть ты принимаешь решения в городе, если 80% ответственности, то есть большая часть ответственности за свои действия, решения в городе, это баланс. Это обычно модель успешных европейских стран. То есть деньги, полномочия, ответственность опущены максимально на место. Ну, напевно, ще елемент певної стабільності на державному рівні. У нас постійно колихає. Когда у города 80% ответственности, 20% полномочий и 20% денег, частичная централизация. Вот. Но вот еще раз, то есть секрет успеха городов и государств – это баланс денег, ответственности и полномочий, чего не хватает Украине. Про ваші математичні, логістичні здібності, любов до системності, усіляких схем, таблиць ходять легенди. Як ви вважаєте, все має бути мати чіткий план, ну, у справах і чітко сплановано? Чи є елементи імпровізації все ж таки? Ну, то, о чому ви говорите, це звичайні інструменти. И они направлены на то, чтобы ну, улучшить жизнь горожан. Да? И я человек системный, и я знаю, как заставить чиновников работать для жителей города. Но вообще в целом вы правы. То есть, если стоит задача каких-то больших проектов, больших изменений, должен быть понятный чертеж, должен быть план, цели ясны, задачи определены, роли расписаны, тогда есть понимание. Хаосом невозможно управлять. Управлять можно только тем, что измерено, прописано, понятно, тогда можно добиться успеха. Вы можете назвать себя людиной команды? Я очень горжусь тем, что я член команды блока «Вилкула. Украинская перспектива». Много лет, как любая команда, она делится. Есть люди, которые генерируют идеи. А есть люди, которые находятся в тени, но они преодолевают пропасть между идеей и ее реализацией. Вот. Костя был генератор идей. На роботі ви завжди ну, зосереджений, серйозний. Сьогодні посміхаєтесь, бо все ж таки накал. Як у житті поза роботою? Вдається, я не знаю, відключатися, розслаблятися? Чи все ж таки оця системність і така серйозність, вона зберігається? Спасибо, кстати, очень хороший кофе. Є недостаток,
хотелось бы больше уделять внимание семье. Вот. У меня замечательная семья, у меня прекрасные дети, я их очень люблю. Ви багатодітний батько, 5 дітей. Да, у меня донька і 4 сина. У меня старшая дочь и 4 сыновей. Вот. Я ими очень горжусь всеми. Вот, очень люблю. Передаю им всем привет. Це така відповідальність велика. Діти — це продовження нас. І я горжусь успехами дочери. Дочь живе, работает в Києві. Парні учаться ще в школі. Вот. Поэтому ну, для мене це важливо, і я вижу в них часть себе. Вот очень горжусь тем, что они делают похожие шаги, поступки. И есть грешок, нужно больше уделять им времени, безусловно. Но все время на работе, это мыслями на работе, але ж ми виховуємо по-різному, прикладом, здебільшого. Індивідуальність підтримуєте у дітях? Чи більш такого авторитарного типу батька? Ні, у нас як це, демократичний стиль общения. Ну, у сучасних дітях спробуй не підтримувати індивідуальність. Важно розговорювати. Важно разговаривать. Мы с парнями всегда, у нас есть, значит, если мы гуляем, вот, мы всегда что-то обсуждаем. У нас какая-то тема есть, мы выбираем и вот идем по ней, обсуждаем. Я так уявляю, как вы гуляете великую футбольную такую команду. Ну, есть футболисты поменьше, они там как-то, у них своя программа. Вот, а ребята, вот, мальчики постарше, то с ними, конечно, говорить, разговариваем, да. И для меня, ну, нет больше радости, допустим, там, пятница вечер, суббота вечер, мы играем в шахматы. Мы там 2-3 шахматные доски у нас ставим. Папа такой сеанс одновременной игры. Очень любим эти мгновения. Это время, когда вместе можно провести вот, с семьей. Вони вас вчать? Ну, є такий елемент, да, безусловно, но я учу їх очень простым вещам. Ти собираешься сделать ход. Что это? Объясни, пожалуйста. Ты видишь точки напряжения. Ты хочешь мне создать проблему или ты ходишь просто так? Что это? Расскажи. Они объясняют, что вот здесь такая ситуация, здесь я вижу так, здесь под таким углом, а вот я хочу сделать так, а вот, я все равно хочу сделать так. Окей, хорошо, давай вперед. Вот, то есть важно, чтобы они рассказали свои мысли, что они хотят, как они видят. Очень важно не ломать ребенку их аспектное, ну, и их видение, да, значит, пусть он лучше набьет шишки, пусть это будут его шишки, вот, но вот так закалялось. А місце Чапаєву є? Чи тільки інтелектуальні ігри? Ну, щось таке. Нет, ну, да, конечно. Спорт и... Есть интеллектуальные игры, есть... всякие скраблы, которые имеют место тоже. Ну, зараз чимало вибір, є чим зайнятися батькам з дітьми. Спортом займаєтесь, пане? Моє время рано утром, когда семья спит. П'ята ранку? Да, до кофе. Що це? Пока все спят. Тренажер, біодоріжка, кардіо. Я стараюсь сделать активну физическую нагрузку себе утром. Это обычно гантели такого плана. До залу не ходите? Стараюсь. Немає часу. А, стараюсь. Є, да? Стараюсь, но не всегда регулярно. А що стоїть на полиці Івана Григоровича або на столі? Можливо, у цей період, можливо, якась книга є, яка змінила світогляд у свій час? Чи купуєте книжки на сучасних книжкових ярмарках? Ну, зараз лучший ярмарк – це Reader. Ти покупаєш книги. Електронні. Що касається взагалі книг, то, звісно, я себе вважаю частиною моєї цінності. І я – це Remark. Это книги и... Третовавши? Ну, это наиболее распиаренная книга, но есть еще другие, и на Западном фронте без изменений, масса других вещей, там, у неба нет любимчиков, вот. Но это классные книги, которые действительно, они формируют тебя, они делают тебя глубже, вот, и ты на многие вещи просто смотришь иначе. Вот, и вот эта часть меня, ну, если о книжной полке. Ну, вообще стараюсь сейчас, конечно, много езжу за рулем и аудиокниги. Аудіокниги та спеціальна просто... література з Держуправління. Знаю, що ви захоплюєтесь цим напрямом. По-разному. Є спеціальна, є художественна, є научна. От много всього. Якщо б ми завершували, якщо програма була іншого формату, то ми, напевно, б завершили її на музичній паузі. Якщо б у нас тут, ну я не знаю, десь стояв рояль у кущах або інший музичний інструмент, таке питання, чи могли би
заграти на якомусь інструменті. Є таке? Було таке в житті? Ну, я закінчив музикальну школу по класу народні інструменти, я граю на гітарі. Вот. І вдома, коли є минутка, з синовьями общаємося, граю, то для мене, звісно, лучша похвала, коли синов'я говорять: «Папа, ти крутой». Яка б це була пісня? Чи це різний репертуар? Це різні пісні, це все. Это, ну, различные направления, различные все. Но обычно это рок-н-ролл, безусловно, да. Android чи Apple? Apple. Не думали. Блюз, шансон чи рок? Рок. Літо, весна чи осінь, зима? Весна. Маєте фобії? Нет. Пішки, велосипедом чи на авто? Пішком. Скільки разів можете підтягнутися? 15. Що з головного казала мама, що зрозуміли з роками? Слухай маму. Хотіли б колись переїхати жити за кордон? Ніколи. Що найбільше дратує в людях? Глупость. Що для вас криворізький характер? Відповідальність. За ранкову каву дуже цікаво.